Узнать больше о культуре родного края и его традициях решили юные куряне, участники движения первых. Среди них и Мария Пятакова. Говорит, очень хотела увидеть традиционный курский костюм. О прошлом надо знать, какие были наши бабушки, дедушки, прабабушки. Я думаю, что эта одежда все-таки вернется в далеком будущем и будет немножко современной. Руководитель клуба народного костюма Екатерина Черноок рассказала ребятам, что раньше жители других регионов могли узнать курян издалека, и именно по одежде. По любой одежде можно было всегда определить, что это куряне. Вот этот характерный черный сарафан с большим количеством складок по спине. То есть это яркие достаточно завески, большое количество поясов. Девчонки также смогли примерить традиционные костюмы. Образ дополнили головными уборами из пышных цветов и ожерельями из монет. Затем школьников научили исполнять народные песни и танцевать тимоню.